29-й день подходит к концу. Выживших осталось 15, мертвых 26. А у меня парень немножко дурачок. Потащил всех на рейд, и там погибло 4 человека. И вы посмотрите на него. Весь стоит такой в алмазной броне. А мы что, а? Посмотри, голые стоим, как бомжи. Предлагаю устроить бунт. Вот я сейчас полностью просто Катю поддерживаю. Вот посмотрите, я его правая рука, да? А он мне даже алмазную кирку не сделал. Хожу с этой железной. Вот правильно Хрейд говорит. Поэтому начинаем бунт. Бунт! Бунт! Да вы успокойтесь со своим бунтом. Какой бунт? Вы назад оглянитесь, фантомы налетели! Сейчас чью-то жопу 100% откусят! Бунт они решили устроить! Меня по башке стукнули, я еще и гореть начинаю! Не забывайте то, что в этом мире просто так не все выживают, потому что это самый настоящий хардкор! Пердоха, этих фантомов, почему каждая серия этого хардкора начинается именно с того, как мы валим фантомов, потому что переспать нужно, чтобы 30-й день наступил. Давайте, все домой, забегайте быстро, давайте, у меня уже какое-то дежавю в 10-й раз. Давайте, забегайте быстро на второй этаж, по койкам разваливайтесь и дрыхнем. Молодец, дверь за собой закрыла, я говорю, кто дверь за собой закрывать не будет, я его потом фантомом скормлю. Катя, ты где? Вот, возле Кати. Спокойной ночи, господа. 30-й день. Я даже не думал то, что мы столько сами сможем прожить в первый раз на выживании вот этом в хардкоре. Так, все быстро давайте на улицу. У нас с вами очень много дел. Так, погоди. Когда ты водил всех на рейд, было прям много людей. Сейчас я смотрю, еще меньше стало. Где все остальные, а? В смысле, это же хардкор. Умерли! Вот, а уж тем более, мы просто вот с пацанами в предыдущей серии... Вот, добыча 3! Добыча 3! Чарим на добычу 3! Добыча 3! Острота 4! Разящий клинок 3! Прочность 3! Куда вы с пацанами ходили? Мы с пацанами... Хороший меч, кстати! Мы с пацанами... Да, куда с пацанами?! Мы с пацанами в предыдущей серии вот это... Мы в бастион ходили, в ад, вот. Там еще несколько людей потом умерло, вот. Поэтому нас еще меньше немножко стало. В бастион? Ты вообще нормальный? Скажи, пожалуйста. То рейд, то бастион. Да у половины твоих людей даже амуниции нормальной нет. Ходишь тут в алмазке, ты вообще... Слушай, мне надо отдать тебя на курсы военных, я не знаю, руководителей, я не знаю. Слушай, ты неправильно поступаешь. Не умничай, нормально. Мы в ад ходили не просто так. А для того, мы там добыли, кстати, у меня 3 незеритовых лома есть. Еще нужен один, и я тогда себе что-то незеритовое сделаю. То есть ты променял 3 своих людей на 3 кусочка незерита, да? Ну, получается, да. Бунт! 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 Я требую смены руководителя! Так, стойте все на улице, Сосина, ты за главную. Вот это, Хрейд, и Катя, иди сюда за мной. В прошлой серии там мы ходили вот в это, в бастион в аду. Кстати, в этой серии мы тоже в ад пойдем. С тобой, да, Катюха. Да не, погнали дракона убивать, чё нет, а почему там кто-то бьет свиней? Кто бьет свиней? Вот! Печенька, или как там ее звать, бьет свиней. Это что такое? Ты че свиней бьешь, печенька? Так в смысле, я мясо собираю, детей наших кормить. А ну вот, Катя, вот зачем она бьет свиней. Кормить же всех людей надо. Короче, все оставайтесь на улице, кроме Хрейда и кроме Катюхи. Если мы сегодня сами пойдем в ад, то это значит то, что я действительно должен дать вам алмазную броньку. Держи, Катя, это тебе. Нифига себе подгончик. Это тебе, Хрейд, алмазный шлем, и тебе, Катя, тоже. На, держите. Я, конечно, сегодня все алмазы прям потрачу, но ничего страшного. Не хватает, конечно, Стасика, потому что Стасик самое главное, та, кто добывает у нас вот эти вот алмазы, а сегодня ее нет. Ну и ладно, держите, все, одевайтесь и больше не нойте то, что я вам не даю алмазы, все? Все, договорились, только я у печеньки мясо пойду попрошу.
А сейчас побежали за мной на улицу. Мне нужно еще 2 добровольца. Сегодня я, Херейт и Катя, мы отправимся в крепость. Вот туда, в ад. Еще нужно... А, так, вот, мандаринчик! Вот ты, мандаринчик, с нами пойдешь. И нужен еще один человек. Так. Да зачем нам в эту крепость? А, ну подумай ты с головой своей, одумайся. Пойдем, я не знаю, дерево пособираем. Кофеманка! Катя, отдай ей свой алмазный меч. А ты, Херейт, отдай свой тотем бессмертия Кате, чтобы она сегодня не сдохла. Вот так вот. Ну и что это за махач такой? А мне, подожди, если и тотем, то что мне? Щит! А, знаешь, мне кажется, тотем не... Гони тотем уже сюда. Гони тотем уже туда. Катя, вообще-то, ну, чтобы она не сдохла лишний раз. Все, пошли. Ты вообще спросил меня, хочу я в этот бастион идти или нет? А я тебя не спрашиваю, ты появляешься в сезоне хардкора раз в 10 серий. И вот, когда ты появляешься, это значит то, что нам нужно пойти сделать важные дела. Вот вы спрашиваете реально, зачем нам в эту крепость? В первую очередь, песок душ. Адский нарост, бесконечное количество зелий, мы будем непобедимыми. Потом нам нужно поубивать эфритов, чтобы потом найти эндер-портал. Без крепости мы никак выжить не сможем! Поминаем то, что это самое худшее место для того, чтобы создать вот этот портал, и мы опять здесь оказались. Так, вы выходите все, выходите, и самое главное, не кокайтесь. Сейчас мы потопаем куда-то... Да, здесь бастион находится, значит, мы потопаем в ту сторону. Там где-то должна находиться крепость 100%. Все готовы? Нет. Нет. Вот и отлично. Пошлите, давайте. Вот ты все-таки объясни мне, ну на кой черт мы идем вот в этот ад, в этот крепость? Я не знаю, куда ты там хочешь. Сидели бы дома спокойно, чаек попивали. Вот именно, да. Ты нас не бережешь ничего. Ты хочешь, чтобы мы опять все передохли или что? Да, вот именно. Сидели бы спокойно. Вот этот хардкор у тебя зачем сдался? Вот зачем мы сюда пришли? Да не нужны нам эти зелья, мы и так выживем. Да вы нытики просто, просто обычные нытики. Конечно, можно зарыться в землю, сидеть дома и выживать. А в чем кайф? В чем прикол? Подвергать опасности свою жизнь. Вот в чем прикол. Проверить. Вот свою и подвергаю. А я свою не хочу подвергать опасности, знаешь? Я свою жизнь как бы и подвергаю опасности. Мы с вами выживаем. Мы с вами проверяем, насколько мы с вами крутые. А наши жизни тут при чем? Вот! Пока мы шли с вами, вот это пердели лишний раз, ныли, да, Херейт, как ты это обычно делаешь, мы с вами крепость смогли найти. Сейчас аккуратненько спускаемся вот сюда, и самое главное, я вас так попрошу, вы в лаву не упадите, хорошо? И сейчас давайте за мной подходите. Вот сюда, так, подожди, я уже сундук нашел, в сундуке 3 алмаза. Просто. Ну все, это мне на кирку. Да, только 3 алмаза я уже забрал. Подожди, вот так вот, это, вот так вот сюда и перепрыгиваем. Все, заходите внутрь. Сейчас начинается самое веселье. Давайте, поднимайтесь сюда. Так, в первую очередь, все охраняй меня. Во вторую очередь, зачем мы все-таки сюда пришли? В третью очередь, как пользоваться тотемом бессмертия? Просто держи в левой руке. Если ты сдохнешь, то ты выживешь. Ага, все понятно. Ага, поняла. Вот, а ты потом... А потом люди спрашивают, зачем мы сюда пришли? 6 алмазов меньше, чем за 1 минуту мы нашли. 6 алмазов, пошли дальше. А я себе золотую эту броньку нашла, чтобы меня не кусали потом в аду. Тебе не нужна эта золотая бронька. Так, Херейт, иди убивай магма вот этого блока, а я соберу незеритовый нарост. Незеритовый нарост. Он-то нам как раз-таки и нужен, чтобы потом дома делать зельишки. Так, собираем, убиваем и не умираем, самое главное. Аккуратно, поп, одному пердохаем. Там, кстати, эфриты летают. Здесь у нас золото. Золото это тоже хорошо, золото тоже собираем. Не идти убивать эфритов. Эфритов, да, иди убивай, когда они стреляют. Щит, поднимай, щит для этого и придумали, чтобы кокать их по башке и отбиваться от них. И посторонись, по башке оба получите. Собака, подожди, вот. Визер-скелеты.
Вот знаешь, ифриты, ну давай мы хотя бы визера убивать не будем, пожалуйста. Слушайте, Пошли, пожалуйста. Подождите. А вот вам не хочется дома не это? Не хочется! Вообще нет! Маяк! Вообще не так! Маяк! Понимаете? Для маяка надо убивать вот этих визер-скелетов. Поэтому аккуратно. Вы назад отойдите, отойдите все назад. Я их давай буду... Давай что-то одно. Подожди, я их буду убивать, только самое главное, меня не столкните. У меня вот этот меч... На, так, все, валим обратно. Катя, не сдохни, самое главное, я тебя прошу. Я стараюсь. Тотем бессмертия в руке держи, подожди. На! Так, если бы мы выбили хотя бы одну голову из этих трех визер-скелетов, я бы реально заорал бы просто. Пол сердечка, всего лишь пол сердечка. Так, ко мне не подходить, на меня даже не дышать. На меня не дышать, чтобы не кокнуться лишний раз. Так, все, побежали все за мной в эту сторону. Поделитесь какой-нибудь нормальной едой, типа мяса или рыбы, потому что печеньки мало дают здоровье. Так, скелетрон, ты стрясти... Отсюда! Вот так вот, слушайте, подожди, факелы, дайте факелы, есть у нас факелы. Тогда подожди, ой, ты подожди, убивайте его, убивайте! Сначала надо осветить, а потом надо запердохать. Так, вот именно с этого спавнера ифритов мы потом с вами и будем добывать вот эти вот огненные стержни, которых у меня уже, в принципе, 4 штуки. Так, ребятки, прикрывайте меня сзади со спины, на побожку. Ничего не выпало из тебя по башке, подожди. Да! Так, и с него тоже ничего не выпало. Чё-то мне кажется, мы сегодня сами ни одну голову не получим. Так, у нас немножко планы поменялись. Короче, давайте сделаем так. Пока мы с Катей, пока мы с Херейдом здесь бегаем, для вас задача, мандаринчики, вот это, Ася. Сгоняйте-ка вы под землю и добудьте один незритовый вот этот вот блок, обломок. Он мне просто пригодится для того, чтобы незритовый нагрудник себе сделать. Ага! Справитесь? Как обычно, в принципе. Справитесь с такой задачей? У меня кирки нету даже. Херейд, одолжи ей свою кирку, пожалуйста. У меня железная, незритовые обломки добываются только алмазные. А поскольку ты мне алмазную кирку не сделал, мне нечего ей одалживать. Ладно, держи, тебе 3 алмаза и тебе 3 алмаза. Сделайте себе вот эти вот алмазные кирки и добудьте мне один незритовый обломок. Все, договорились? Ой-ой-ой, что-то мне здесь уже совсем не нравится. Ну слушай, мы все добыли, все, что ты хотел. Этот адский нарост есть, песок душ ты взял, остальное все не по плану. Давай уже сваливать отсюда, скорее. Сейчас, подожди, тут еще немножко осталось с этой крепости. Вот еще осталось простроиться так. А нифига не немножко, она прям огромная. Простроиться вот туда. Так, у меня блоков нет. Сейчас, подождите, вот в ту сторону. Мы всего лишь чуть-чуть ее сейчас залутаем. Вот сюда, за мной идите. Главное, в лаву не упадите, пожалуйста. А здесь перепрыгивай. Вот я его послал. Ну, в смысле, за вот этим, за незритовым обломком. Ты как от пиглина сдох под землей, мандаринчик! Вот я тебе говорила, надо было сваливать раньше времени. Вот до чего доводят твои вот эти вот типа похождения. Подожди, еще, вот это последняя башня, куда мы пойдем, и после этого мы свалим. Я тебе обещаю. Так, тебе давайте... надо было выживание это в хардкоре одному проходить. Слушай, одному было бы неинтересно. А вот если люди не умеют вот это выживать нормально, это уже не моя проблема. Так, за мной вот сюда. Тут, оказывается, еще какой-то проход есть. А здесь у нас в этом проходе... нифига нет, возвращаемся обратно. Ай! Сейчас немножко осталось, и мы почти достроились. Здесь поднимаемся наверх вот такими вот ступенечками. Я говорю, если хотя бы одну бошку мы выбьем, уже будет просто прекрасно. Все, за мной, вот сюда. Нет, только не газ! Ёперный театр! Так, иди сюда, Катя! Подожди, подожди, ты... Нет! 4 сердечка! Поднимайся наверх, главное, тотем бессмертия в руку возьми! Подожди, сюда, беру! Да, так кто стреляет? Нет! Не умирай! Я горю, умираю!
мать моя, господи, да вот заходите наверх, быстро давайте! Спрячь меня быстрее где-нибудь! Наверх поднимайся, Хэрэйд, спрячь ее там где-нибудь, пожалуйста! Закопай меня, закопай меня! Закопай ее заживо, Хэрэйд! Закрывай меня скорее, все! Я ее закрыл, все нормально. Просто неаккуратные, просто не смотрите даже за своей спиной. Так, подошли вот сюда скелетроны. Что один, что другой. Я без башки отсюда не уйду. Так, каменный меч кому-то нужен, потому что башка с него не выпала. А ты вообще заткнись тут, а? Орешь я, орешь. А где Катя? Где Катя? Ну, ты сам сказал ее закопать, но я ее и закопал, она там сидит в безопасности. Вот-вот, и я отсюда не выйду. Так это была временная угроза, ты где, Кать? Мы дальше продвигаемся. Все, тотема бессмертия у меня нет, дальше я не пойду. А, ну все, сиди тогда там, а мы с Хэр пошли, Хэрэйд, куда-то дальше мы с тобой пойдем. Ты, главное, щит в руку возьми, щит в руку возьми, а ты мне голову дай, собака! Опять кости выпали. Да что ж вы такие-то, а? Раз визер-скелет, два визер-скелет, три, четыре, пять! Хэрэйдушка, пошли давай за мной в ту сторону. Знаешь, что я подумал? Катя все-таки гений, у меня как бы тоже тотем бессмертия нет, поэтому давай ты как-то сам. Все, я... Ты че упал куда-то, Хэрэйд? Ты дурак, что ли? Ты в лаву упал! Я живу! Я живу! Я живу! Нет, я не живу. Все, пока. Ты куда прокопаться хотел, башка тупая, Хэрэйд? Я умер. До свидания. Первое правило Майнкрафта. Не копать под себя. Ну... Хотя бы он Катю смог... Ёхеный ты, бабайка. Хотя бы Катю он смог нормально спрятать. Ладно, сейчас, подожди, Катюха. Я вот этих визеров перепердохаю, которые сзади меня вот здесь появились. Главное, сейчас самому не сдохнуть. Это самое главное. Визеров перепердохаю вот этих и вернусь за Катей. И мы вернемся обратно домой. Да ну в жопу этих визоров, просто возвращаемся домой. Кать, ты где? Я не знаю, где меня Хэрэйд закопал. Ой, Хэрэйд еще этот тебя закопал где-то так. Сейчас откопаем, не переживай, главное осталось тебя найти. О, незерский нарост, еще немножко соберем, не зря же мы сюда пришли, надеюсь, Ася смогла найти хоть один незер... Опа, еще один сундук, хотя бы смогла найти один вот этот незерит, еще другой сундук. Еще три алмаза. Вот почему нам так на алмазы везет, а почему нам так на смерти не везет? Еще один сундук. Это же надо додуматься, просто взять посередине моста... Начать копать под себя. Да, Хэрэйд? Пошел в жопу, если бы ты не позвал меня в этот топ, я бы остался бы жив. Если бы ты не сказал бы отдать Катю, то я бы был бы жив. Да я с призраками разговариваю, ты не должен мне отвечать. Это я еще три алмаза, то почему? Я демон твой, я до конца твоей жизни с тобой ходить буду.